Всем привет! Сегодня приготовим швейцарскую меренгу. Она более стабильна, чем французская, благодаря нагреванию белков, хотя используется все то же самое соотношение ингредиентов. В результате получается более плотная масса, которая со временем при покрытии ею тортов и пирожных образует хрустящую корочку, а внутри имеет мягкую, тянущуюся сердцевинку. Смешиваем белок и сахар и ставим на водяную баню так, чтобы миска не касалась воды. При постоянном помешивании нагреваем смесь до растворения сахара. Взбиваем, постепенно увеличивая скорость до максимума. Если хотите использовать данную меренгу как глазурь, то до плотных пиков взбивать не обязательно. Достаточно взбить до мягких волн и нанести на предполагаемый десерт. У меня праздничный кекс, рецепт которого я показывала в предыдущем видео. Для того, чтобы выпечь безешки, продолжаем взбивать. И в конце можем добавить краситель по желанию. Мне захотелось собрать елочку, поэтому я отсадила с помощью мешка несколько будущих безешек разных диаметров. Однако я немного переборщила с температурой и выпекала при 180 градусах. Естественно, они треснули. Вам же рекомендую подсушить меренгу при 90-100 градусах в течение 1-1,5 часа. Тогда меренга точно не треснет. Приятного чаепития и до встречи в следующем видео. Пока!